Шквальный ветер накануне набросился на Караганду. Сегодня горожане наблюдали последствия разбушевавшейся стихии. Здесь никто не виноват. Его жизнь закончилась. Этому тополю 60 лет, рассказывают жители бульвара Мира. В горизонтальном положении его и опрокинул ветер. Очевидцы рассказывают, когда дерево рухнуло, во дворе пятиэтажки, к счастью, никого не было. Пострадали только соседние деревья. Прибавилось работы коммунальщикам. Сломанные ветки с утра с дорог уже убрали, но остались они лежать во дворах.